Глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков провел личный прием граждан. Встреча прошла в общественной приемной местного отделения партии. С какими вопросами обратились жители, расскажет наш корреспондент. Личный прием жителей Владимир Волков провел в 22-ю годовщину со дня основания «Единой России». Перед тем, как приступить к работе, он поздравил одного из старейших партийцев Анатолия Рындина. Награждается Рындин Анатолий Карпович. Спасибо. Не ожидал. Очень приятно. На прием к Владимиру Волкову пришел ветеран специальной военной операции. Сергей Кулик живет с семьей в коммунальной квартире по договору социального найма. Мужчина обратился с просьбой улучшить жилищные условия. Второй заявитель, Татьяна Лебедева, попросила установить шлагбаум при въезде во двор на Кирова, 22. Каждый вопрос для человека, если он пришел в прием на «Единой России», и для нас важен для того, чтобы сдержать свое слово и решить проблему. И, конечно же, для жителя, для нашего гражданина, когда эта проблема будет решена, то, соответственно, и ощущение того, что мы все вместе работаем на результат, это не просто ощущение, а уже результат нашей совместной работы. Традиционная декада приемов жителей, приуроченная ко дню рождения партии, продлится до 10 декабря. С графиком приемов населения можно ознакомиться на сайте «Единой России». Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.